Трансадриатический газопровод, запуск которого ожидается в ближайшее время, будет способствовать повышению энергетической безопасности и диверсификации поставок газа для ряда европейских рынков. 10 миллиардов кубических метров в год. Предполагаемая мощность газопровода с возможностью увеличения пропускной способности почти в два раза. В конце этого года мы планируем начать поставки природного газа на коммерческой основе уже в Европу. И с начала следующего года, в принципе, постепенно объем поставок газа будет наращиваться, и где-то к середине 2022 года мы планируем уже выйти на стабильный объем, на плато 6 миллиардов кубометров поставок для Турции в год, а также 10 миллиардов кубометров в год для Европы. Основными целевыми рынками в Европе являются Греция и Италия. Получить азербайджанский газ через Италию смогут и другие страны Европы. Болгария планирует подключиться через интерконнектор Греция-Болгария, который сейчас строится болгарской стороной и будет завершен предположительно в следующем году. Южный газовый коридор является практически крупнейшим промышленным проектом, и его осуществление было крайне сложной задачей. Азербайджан доказал всем, что мы можем участвовать во всех сегментах такого сложного проекта, довести его до успешного завершения. И этот год ознаменовал таким образом еще одну большую, огромную победу Азербайджана. ТАП поможет Италии расширить планы декарбонизации за счет использования природного газа с более низким уровнем выбросов по мере постепенного отказа от угля, считает управляющий директор Центра управления инновациями и предпринимательства Великобритании Славомир Рашевский. Завершение строительства трансадриатического газопровода – ключевой этап в развитии проекта «Южный газовый коридор». ТАП, поддержанный Европейским Союзом, обладает статусом проекта, предоставляющего общий интерес из-за своей стратегической роли в обеспечении диверсификации природного газа Европы и безопасности поставок. ТАП будет выгоден для европейских энергетических рынков, включая тех, которые находятся в южной части континента. Основным бенефициаром проекта станет рынок природного газа Италии. ТАП поможет улучшить ликвидность на рынке газа, одновременно открывая новые возможности для бизнеса. Проект поможет Азербайджану стать крупным энергетическим поставщиком в регионе. Также ТАП поспособствует повышению конкурентоспособности рынков природного газа за счет диверсификации источников и маршрута поставок газа. Эсмира Алиева, CBC.